Привет, друзья! Вы на канале Кефир, и с вами Роман. Сегодня будем готовить настоящее мужское блюдо – рыбу горячего копчения. Погнали! А с чего, собственно, все началось? Есть у нас в городе один ресторан, который имеет на своей кухне свою коптильню. Блюда там, я вам скажу, просто безупречны. Там салатики, закусочки, просто копченая рыба. Я туда всегда хожу с удовольствием. Поэтому, долго не думая, решил я тоже обзавестись коптильней и заказал себе в интернете вот такую штуку. Это коптильня круглая, подкупила именно вот форма, круг. Она среднего размера, не самая большая, но мне кажется очень удобная. Тем более есть у меня печь, в которой я, печь для казана, в которой я готовлю плов, она туда просто подойдет идеально. Поддон для рыбы, поддон для жира, ну и, собственно, сама коптильня. По ходу эксплуатации это не реклама ни в коем случае. Я попробую. Если понравится, я обязательно с вами поделюсь отзывами. Будут то они положительные, будут ли они отрицательные. Это не важно. На досуге взял рыбку. Взял рыбку скумбрию. Почему скумбрию? Потому что она, во-первых, доступна. Во-вторых, вкусная рыбка. Засолил ее на ночь. Ну и вот завакуумировал. Мы ее немножко просушим полотенцем, потому что влажную рыбу в коптильню нежелательно. Она будет вареная тогда, не копченая. Хорошенько просушили. Маринады есть разные. Я делал в сухом маринаде, то есть рыба просто пересыпается солью. Так она стоит часов 12. Рыбка постояла. Мы ее потом вымочили в водичке. И на дно нашей коптилки насыпаем щепу из яблони. Добавил чуть-чуть щепы из груши. Я ее немножко замочил, чтобы она именно тлела, а не горела. Так, все, ставим поддон для сбора жира. Закрываем. Все, наша рыбка готова к копчению. Пойдемте разводить огонь. Огонь я развел. Сейчас подожду, пока все перегорит. Потом поставим нашу коптилку на огонь. Рыба будет коптиться у нас примерно минут 30-40. Температура копчения, идеальная температура для копчения рыбы, это градусов 90. В этой коптилке, кстати, есть плюс, то, что есть термодатчик. Поэтому ждем, пока дрова перегорят, будут угли, ставим нашу коптилку, добиваемся нужной температуры и коптим минут 20. Еще о нескольких хитростях я уже в процессе копчения вам расскажу. Итак, наш костер перегорел. Самое время поставить нашу коптилку. Все, ждем, пока подымется температура, нагреется щепа и начнет коптить нашу рыбку. Первый дым, прошло 10 минут, дым уже в коптилке набрался, его нужно, чтобы не было горечи в рыбе, поднять крышку и вот этот первый дым выпустить. Выпускаем дым, плотно закрываем, температурка немножко упадет, но не страшно. Плотно уже закрываем, еще открываем наше поддувало. И вот уже оставшиеся там 25-30 минут уже коптим именно так. За температурой обязательно следим. Рыбка наша закоптилась. О, сейчас ей немножко нужно подышать. Смотри, какая красота получилась. Желтенькая. Еще сам Жюль Верн говорил, что скумбрия, она не серебристая, она желтая. Делаем к нашей скумбрии вкусный соус. Взял сметану, такой соус деревенский, укропчик с грядки, миленько его порезали. Соус делаем тартар. И огурцы. Огурцы можно потереть, конечно. Соус просто загляденье, он будет такой фактурный, хрусткий на зубок, огурчик попадаться, сметанка, укропчик. Самый вкусный момент, будем пробовать нашу рыбку. Ах, какая она получилась. Приготовилась прям мягчайшая рыбка. В магазине такую не купишь, вкусно. Друзья, для первого раза, у меня это именно первый раз, когда я вот полноценно на своей коптильне сам засолил, сам закоптил. Обычно это как-то все разделялось. Мы с друзьями ездили, коптили.
Свой способ засолки я оставлю в описании. А самое главное, дня, наверное, через три, рыбы накоптили много, делаю очень классное видео. Это будет три классных закуски из скумбрии горячего копчения, которую мы сделали сами. На этом, друзья, хочу с вами попрощаться. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, ну или дизлайки, если вам это видео не понравилось. И обязательно тогда напишите, что именно не понравилось, чтобы я исправился. Еще раз, всем пока, хорошего настроения.